Друзі, ми повернулися і раді вітати в нашій студії нашу наступну гостю. Сьогодні у нас гостя Алла Михальченко. Вона у нас майстер виготовлення солодощів. Вітаю вас, Аллочка. Доброго ранку. Вітаємо вас. Дякую за те, що завітали. Я також долучуся до розмови дівчат. А як я бачу, вже пакуночки якісь є, якісь солодощі, я так розумію, нам вже принесли. Так, ну, утро нужно начинать хорошо, с улыбки, вкусно, і я не могла прийти к вам з пустими руками. Поэтому я принесла вам коробочку. Подарунки завжди приємно отримувати. Так. Ох, як Інна, оперативненько раз. Я по-хозяйски подготовилась. Яка ж тут смакота. Да, я принесла вам не все пирожные, которые я делаю разные виды пирожных. Принесла вам самые популярные, наверное, это макароны. Сейчас вот Инна их достает. И пирожные шу называются. Тоже очень интересные пирожные, необычные. Мало кто их пробовал, но все, кто пробует, остаются в восторге. Хотелось бы запитать одразу за макароны, потому что... У багатьох в уяві макарони – це по-флотски. Да. У нас есть друг семьи, он такой в теле мужчина, и он знает, что я занимаюсь изготовлением десертов, и когда я бежала отдать клиенту коробочку макарон, я говорю, сейчас коробочку макарон отдам, он говорит, а, ты делаешь еще и макароны? Какие, с мясом, там, с сыром? Я говорю, нет, нет, это другие пирожные. То есть очень многие путают, у нас с детства нам прививали, что макароны – это вот спагетти, макароны по-флотски, пирожные очень тяжело всем сейчас на слуг даются. Очень многие их называют макарунами. Угу. Ну, так легче разделять. Разделять якось да. Так. И я, до речі, частенько теж чую все-таки макаруни. Но это неправильно. Потому что есть такие пирожные макаруны называются, но это американские пирожные, которые делаются из кокосового, из кокосовой стружки, из кокоса. Они совершенно другие по форме, они круглые, как шарики. Макароны же французские. Подобные на Рафаэлло, да? Да, да, да. И внутри орешек такой вставляется. Макароны же французские, они полностью делаются из миндальной муки. То есть полностью миндаль туда входит натуральный, поэтому в корне отличаются. А что еще в ассортименте, скажем, есть у вас, что еще готовите? Эклеры делаю, зефиры, мармелад, все полностью натуральное. То есть, ну, почему к этому пришла? Потому что... Ну, в какой-то момент перешли на здоровое питание с супругом, соответственно, начали всматриваться в состав продуктов. Ну, естественно. Я також дуже полюбляю солодощі, але лікар-дієтолог каже, що не можна, це шкідливо і для здоров'я, і для шкіри, і для ваги. Для фігури, так. Дівчинка, мені цікаво запитати, чи домашні солодощі такі ж самі смачні, як і магазинні? Я скажу так, домашні... тысячу раз вкуснее, нежели магазинные. Я могу привести пример. Я не люблю зефир. Ну, я в принципе его не люблю. Ну, разве что зефир в шоколаде. Это касается магазинного. Но для интереса я, конечно же, дома попробовала сделать зефир. Это было трудоемко, но это того стоило. Это действительно очень вкусно. И все, кто пробует именно домашний зефир, они говорят, что, о, вот это вот вкусно. Мы действительно любим зефир. Плюс его еще и в том, что его можно давать маленьким деткам. У меня у многих подруг сейчас маленькие дети, то есть от 2-3 лет туда не входят никакие красители, там только фруктовое пюре, то есть все натуральное. Хотелось бы дізнатися, мабуть, рецепцію. Так, меркантильно ми тут зараз мислимо на боці, скажімо так, наших телеглядачів, тому що і самим хочемо, можливо, спробувати приготувати, і нашим телеглядачам хочеться розповісти. В моїх очах наша гостя зараз виглядає як фея-чарівниця, яка вміє робити зефір, і ось мені цікаво, чи мені, як молодій починаючій хазяйці, чи вдасться зробити також смачний зефірчик. Так, звісно, це дуже легко, ну, головне, цього дуже сильно хотіти, тому що это нужно старание. Вам понадобится только фрукты, то есть какие бы вы ни захотели, вот если вы хотите белый зефирчик, вы можете взять яблоки, то есть это полностью натурально. Запечь яблоки, чтобы у вас в итоге получилось 250 грамм яблочного пюре, то есть вы скребаете середину. А мы берем ручечку и записываем. Яблочное пюре, да, берете. Провариваете слегка совершенно яблочное пюре. Если есть дома блендер, замечательно, взбили блендером, у вас красивая пышная масса получилась. Если нету, через ситечко перетерли, все тоже будет красиво и не менее вкусно. Значит, добавляете 150 грамм сахара в эту массу и оставляете, перемешиваете и оставляете ее тепленькую немножечко постоять. Тем временем вам понадобится агар-агар. Это натуральный загуститель, который делается из водорослей. То есть абсолютно не вреден, а даже полезен для организма. Поэтому берете... А где его можно придбать в зале?
В магазинах, к сожалению, у нас в городе он нигде не представлен. У нас очень тяжело, на самом деле, с натуральными продуктами, вот, которые можно использовать. Угу. Но в интернете очень много сейчас интернет-магазинов, в которых вы с легкостью можете заказать. Это не так дорого и, ну, очень быстро. А заменника какой-то больше простого? К сожалению, нету. Единственный ингредиент, на котором будет у вас застывать ваш зефир и который будет долго храниться, это агар-агар. Он не так дорого стоит, поэтому можно себе его позволить. Тем более там на одну порцию, достаточно большую порцию зефира идет всего 8 грамм агар-агара. Поэтому, ну, это не так много. Замачивайте агар-агар в 160 граммах воды, размешиваете и отставляете в сторонку. Отставляем. Да, ну где-то на часик, пока у вас пюре остынет, пока тут агар, значит, у нас растает. Затем берем агар-агар, вливаем его в кастрюльку, доводим до кипения с водичкой и всыпаем туда 475 грамм сахара. Покажется, что очень много. Да, но на самом деле на всю эту массу, которая у вас потом по итогу получится, это не так и много. Можно немножечко уменьшить сахар, но без энтузиазма, потому что потом сахар у вас, зефир просто не застынет и получится такая вкусная масса, которую вы можете есть, но только ложкой. Значит, размешиваем, доводим до кипения, и уже сахарочек у нас кипит, ну, тем хозяйкам, у которых есть кухонный термометр, это, конечно, хорошо, до 110 градусов доводите и отставляете. Но тем хозяйкам, у которых его нет, а в большинстве, к сожалению, то есть, например, нет. У меня термометра немає, и не хотелось, чтобы у меня что-то не загусло, и была звичайна масса. Да. Поэтому пару минут у вас буквально прокипела эта масса, там 2-3 минутки, она не должна быть густой ни в коем случае. Выключаете и отставляете. Она немножечко должна остыть, поэтому тем временем, пока она остывает, мы возвращаемся к нашему фруктовому пюре. Она не должна скучать, оно остыло уже. Добавляем туда половину яичного белка. Вторую половину мы не выбрасываем, не переживаем. Добавляем в половинку яичного белка и миксером начинаем на максимальной скорости это все взбивать. Масса немножко начнет светлеть и увеличиваться. Как только масса немного увеличилась, мы добавляем вторую половину этого яичного белка и взбиваем еще. Масса увеличится приблизительно в 1,5-2 раза. То есть, ну, это в зависимости уже от миксера и от вашего усердия. А яичный белок одного яйца? Да, так? Одного яичка. Но если это маленькое яичко, то лучше, конечно, взять два. Если это такое вот солидное, не страусиное, но солидное, то одного будет достаточно. Хотелось бы дізнатися для того, щоб дійсно все збилося і гарно получилась маса, чи яйца повинні бути свіжі, чи декілька днів постояти? Яйца должны быть комнатной температуры. Это, в принципе, единственное требование, которое вот к данному продукту. Всегда, когда, ну, это хозяйкам на заметку, да, всегда, когда вы хотите взбить яичный белок в тугую красивую пену, будь то безе, будь то там еще какой-либо продукт, да, яйцо должно быть комнатной температуры. Почему? Потому что яйцо у нас соединяется с сахаром при взбивании, а какое у нас тело, да, я когда-то слышала выражение, женщина с мужчиной когда соединяется? Когда у мужчины теплое тело. Если у мужчины холодное тело, она к нему не прильнет, да? Соответственно, точно так же, как у яйца и сахара. Да, то есть это должна быть комнатная температура. То есть когда мы взбили всю эту массу воедино, мы начинаем потихонечку уже брать наш остывший сиропчик. Сироп не должен быть комнатной температуры. Он буквально на пару градусов у вас остынет. И начинаем очень-очень тонкой струйкой вливать и параллельно взбивать нашу фруктовую массу с белком, в нее вливать вот сироп с агаром. Ну, приблизительно это 2-3 минуты должно быть занять у вас, то есть, чтобы вы определяли тонкость струи. Значит, вот это вот все дело вы взбиваете, конечно, в зависимости от вашего миксера. Если это ручной миксер, который, ну, обладает, в принципе, большая часть наших домохозяек, это нужно производить минут 30. Но оно того стоит, поверьте, потому что из той массы 250 грамм пюре, это на самом деле, ну, вот так вот, да. Плюс там немножко водички. А скільки може вийти у кількості? Вот смотрите, если у нас вот такая вот миска, на дне у вас изначально будет, ну, вот столько жидкости, вот всей массы. Відсотків 10, скажем так, від висоти, так? А затем, когда вы начнете взбивать, она у вас подымется в 3, может быть, даже в 4 раза. Отож, господи, не забачили, вы берите побольше миски. Да, чтобы не доробляти бортики после того. Да, потому что с бортиками очень тяжело, на самом деле. Все, мы когда взбили массу, масса должна быть очень густой. Особенно это хорошо почувствовать, если у вас домашний миксер ручной. Да?
когда вам будет уже, ну, очень-очень тяжело это все производить, у вас будет болеть рука, все, вы на нужной стадии. До речи, бачите, еще и такой вариант фитнесу, скажем. Это да, очень хороший фитнес, особенно в такую погоду, вот у вас был прогноз погоды, вы в курсе, да, в такую погоду. Это сауна, это фитнес, это... калории спалили, да? И трошки и можно немного набрать, да. Плюс ко всему полезные сладости, они абсолютно не вредят. Если они еще употреблены утром и при хорошем настроении, то абсолютно... І що ж, довели ми до того, що збільшили масло, після цього що да. робимо? Якщо у хазяйки є кондитерський мішок, хто не знає, об'ясню, це такий, є вони целлофанові, є тряпичні, ну, вот такое вот приспособление треугольное, да, внизу там обрезается кончик, и на него одеваются насадки, и ним, да, значит, отсаживается. Если такого кулечка нет, если вы делаете зефирчик для себя, я не рекомендую пользоваться кондитерским шприцом, потому что даже если у хозяйки есть кондитерский шприц, то он вот такого размера, и вы как раз с утра до вечера будете укладывать эту массу, ну, это очень неудобно. Поэтому берете ложечкой и аккуратненько на пергамент, либо, если у вас есть досточки, на досточки выкладываете это все дело и оставляете на сутки постоять при комнатной температуре, никуда не убираете, ни в холодильник, ничего, оставили на сутки постоять, через сутки взяли, соединили эти ваши половинки, потому что они будут очень легко отлипать от пергамента, от любой поверхности они будут очень легко. Чего соединяете, знаете, их съеднаты? Взяли, потребно... соединили, они очень, они сверху покроются нужной корочкой, снизу они будут влажненькие, липкие, да? Соответственно, за счет этой влажности они очень легко соединятся. Затем взяли сахарную пудру, в сахарную пудру обваляли, отложили, и так каждый, все, пожалуйста. Можна насолоджуватися солодким десертом, зробленим власноруч. Так, здавалося б, абсолютно просто, тому можна не ходити до магазину, а зробити власноруч. Я пропоную переглянути інформаційний сюжет, який вже заготували наші редактори, про капкейки. І про них, можливо, також поговоримо. Маленькі кістечки, які ми також можемо бачити. Так, давайте подивимося. Торт є чимось особливим на святі своєрідною ізюминкою. Впродовж тривалої еволюції кондитерської справи він із просто солодкого задоволення перетворився на витвір мистецтва. Серед безлічі варіантів, які існують сьогодні, цікавою пропозицією є торт, який не потребує ножа. Для кожного гостя вже є готовий кусочок солодкого шедевру. Виглядають ці кусочки як повністю оформлені маленькі тортики, але і в загальному ансамблі чудово доповнюють одне одного. Називаються такі тортики капкейки. З англійською в буквальному значенні слово перекладається як горнятковий торт. Тобто тільки для однієї людини або такий як горнятко. Солоденький, апетитний капкейк – новомодне кулінарне диво з Америки. Дуже схоже на мініатюрний тортик для однієї персони. Випікають його у алюмінієвих або паперових формочках, після чого прикрашають кремом, фруктами, глазур'ю та всім, чим дозволяє фантазія. Мода на капкейки у нас з'явилася нещодавно, проте саме ці симпатичні тістечка дуже швидко стали чи не найпопулярнішими дитячими солодощами. І ще пак, хто ж відмовиться від такого малюсінького шедевру, коли він такий яскравий та привабливий? Невеличкі капкейки – це безмежне поле для експериментів і пошуку нових смакових поєднань. Рецептів з їх приготування існує безліч. Друзі, ми повернулись і хотілося б повернутися до наших тістечок, які ми бачимо на нашому столі. Це макарони. Вже вся студія нас сьогодні запам'ятала. Хотілося б про ці ще тістечки дізнатися, як вони називаються. Це називається пірожний шу. Принцип щось таке західно-східне. Да, це французькі пірожні теж. Їх принцип, в принципі, недалеко ушел від поняття профітролі, еклери. Це, в принципі, одно і те ж, да, можна сказати. Но их изюминка является верхняя хрустящая корочка и особенный крем. Секрет крема я раскрывать не буду, потому что это мой персональный, скажем так, методом проб и ошибок, очень долго, очень долго. А на смак хотелось бы узнать, в чем его секрет?
Очень много из моих клиентов, которые пробовали, да, говорят, что по вкусу именно ванильные похожи на пломбир. Я вот на прошлой неделе появились у нас шоколадно-кофейные, я вам их тоже принесла, да? Вот они мне по сегодня вкусу. Новинка. Да, они мне по вкусу, конечно, напоминают вот шоколадное мороженое, муссовое, такое очень изысканное и вкусное. Но главная рекомендация, лучше, конечно, их кушать из холодильничка, вот чтобы они немножечко остыли, ну, тем более в такую жару. Ну, да. А макарони, тому що у нас уже вся студія просміялася, що макарони з твердих сортів борошна. Люди вже позбігалися, думали, макаронами будуть пригощати. З тарілками. Вже прийшли всі, як в столу в радянську, тарабанять ложками, а в нас тут просто звичайні кісточки. Отож, що це за макарони, як їх готувати? І ще можливо їх самим приготувати, також звичайним хазяйчиком. Да, возможно. Ну, я так пару секретов расскажу, да. Однозначно в первый раз они у вас не получатся. Однозначно они потрескаются, однозначно они будут кривыми. Но они 100% будут вкусные. Это 100% они будут вкусные. Первые мои макароны тоже были не для фото, ни в коем случае не для большой аудитории. Но они были однозначно вкусные. Здесь, конечно, проблема для хозяйки в том, что они готовятся из миндальной муки. У нас купить ее нереально в Николаеве. Заказать ее в интернете это очень дорого и не всегда это качественно. Потому что, ну, такой у нас менталитет, для того, чтобы больше заработать, люди начинают мудрить. А да? Это не выход. Я делаю из миндаля муку. То есть у меня полный процесс. Я покупаю миндаль, я его чищу, я его сушу, потом я делаю миндальную муку и потом я готовлю макароны. Это трудоемко, но я знаю, что я отдаю клиенту. Ну, а взагалі, які бувають варіанти? І чи траплялося таке, що замість миндальної борошна дали щось інше? Ні, вони дають миндальну муку. Але вона просіяна либо з пшеничною мукою твердих сортів. Можна приготувати макарони, виходить, кстати, да, наверное. Либо с арахисовой мукой. Это значительно удешевляет себестоимость, но вы как покупатель будете платить полную стоимость. Хотелось бы дізнатися для того, чтобы приготовить несколько порций таких макаронов, сколько необходимо купить миндалю, чтобы сделать муку? Ну, в среднем вот на порцию пирожных уходит 150 грамм миндальной муки. Для того, чтобы вам сделать 150 грамм миндальной муки, вам нужно будет где-то 200-250 грамм миндаля. По сути, це і небагато, так? Да, это не а порція, скільки з порції виходить ось таких где-то красочків? Где-то 20-25 пирожків. О, наїстися вистачить, отож, друзі. Более чем, да. Мой муж первую партию раздавал всем своим друзьям и рассказывал, как это круто, попробуйте. Поэтому хватило всем. Ось так, я так розумію, чоловік займається рекламою. Рекламний менеджер. Он ідейний вдохновитель, і он же і рекламний менеджер. Тож, якщо ми отримали борошно, що нам необхідно зробити, щоб виникло таке чудо, тому що вони зелененькі, червоненькі. Значит, нужна будет миндальная мука, сахарная пудра, яичный белок. Если у вас, конечно, нет хорошей техники дома, это будет проблематично. То есть нужно купить качественную пудру, качественную муку, ну, яичный белок. Яичный белок, опять-таки, должен быть в комнатной температуре. Бытует мнение, что для макарон это должен быть состаренный белок. Что имеется в виду? Состаренный белок – это яичный белок, который постоял у вас сутки без холодильника и сутки в холодильнике. Ни один кондитер себе такого не позволит, потому что, ну, это может повлечь за собой очень нежелательные последствия для клиента, да. Соответственно, я использую свежий белок, и ни в коем случае это не отличается, не отражается на качестве. Значит, ну, также вам понадобится термометр, либо колоссальное умение, потому что здесь нужно будет варить сироп, который варится до 118, до 118 градусов, мешается водичка с сахаром, доводится до нужной консистенции, опять-таки вливается в белок, в яичный, который уже у нас до этого взбит. Это называется итальянская меренга. Есть еще французская меренга, то есть несколько видов приготовления макарон. Но вот итальянская, она более простая для домашних условий, будем так говорить. Все это дело смешивается с миндальной мукой, отсаживается и выпекается. Опять-таки, на газовой духовке у вас они не получатся, вам обязательно нужна электрическая духовка. Тому що газові духовки не предназначені для пирожних такого рівня. Тобто і по суті в нас виходить потім, а чим прослойка ось ця? Да, прослойка делается либо, ну, в основной своей массе она делается на основе бельгійського шоколада. То есть это должен быть шоколад очень хорошего качества.
ну и хорошего вкуса, соответственно, потому что он уже в дальнейшем окрашивается во вкус, в разные вкусы. Вот зелененький, например, это фисташковый макарон, да? Угу. Вот для того, чтобы сделать фисташковый макарон, начинку непосредственно, потому что все шапочки, по большому счету, они все одного вкуса, они просто отличаются цветом. Чтобы сделать начинку, мы в бельгийский шоколад растопленный добавляем фисташковую пасту и сливки очень густые, то есть 33%. Все это взбивается очень активно, потом добавляется масло, это все взбивается и на сутки убирается в холодильник. Угу. И вот через сутки наш вот прослойка называется ганаш, умным языком, да? Наш ганаш готов к употреблению. Угу. Тобто, як бачимо, здавалося б, все елементарно, тільки єдине, що ось, наприклад, мені цікаво, це те, що я помітив, 118 градусів, наприклад, так, на добу, тобто такі є чіткі межі. Да, здесь очень все чітко должно бути, і обов'язково должны бути в домі веси, тому що здесь плюс-мінус 1 грам, і у вас уже може все не вийти. А ось мені цікаво про барвники, тому що, як я розумію, вони також у вас натуральні. Да, красителі у мене не дешевые, будем так говорить, натуральные, потому что, ну, опять-таки, чтобы не было никаких последствий для клиента, это самое важное. Ну и плюс ко всему, моя семья их тоже кушает, для меня это тоже немаловажно. Красители я заказываю через Францию, мне привозят, ну, то есть... Ті красителі, которыми пользуются их кондитерские. Угу. Тобто все, скажімо так, на рівні оригіналу? Да, да. У меня одни клиенты, ну, как бы так, немножко похвастаюсь, да, угу. Одни клиенты приехали из Франции, заказали потом себе мои макароны и похвалили, сказали, что во Франции есть кондитерские, там, мировые известные, похвалили, сказали, что вот на уровне, а может быть, даже в чем-то и лучше. Ну, мне было приятно, конечно. Отож, як бачите, все на рівні. У Миколаєві все можна знайти і в нас, вітчизняний продукт. Ну що, дякуємо нашій гості за те, що завітали. Так, дійсно. І нагадуємо, що сьогодні спілкувалися із Аллою Михальченко, майстром виготовлення ось таких солодощів, цікавих і неординарних. Отож... У нас вже повний рот слинок, нам усім хочеться спробувати.